продюсерский центр «Русская гармонь» и Александр Ганичев представляют русская народная телепередача «Гармонисты России». Здравствуйте, уважаемые друзья, телезрители, любители русской гармонии. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России» и ее ведущие, народный гармонист России Сергей Ижукин и Александр Ганичев. Сегодня к нам на передачу приехал гармонист из Кировской области Григорий Елькин, гармонист России. Приветствую, Гриша. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы на фестивале «Русская гармонь в Крыму», уже пятый юбилейный фестиваль. Идут съемки, вот передачи. Да, вот он, наш баннер фестиваля. Мы на фестивальной сцене. Гриша к нам приезжает на фестиваль уже второй раз. В прошлый раз учился в пятом классе, по-моему. Ну, практически, да. Практически, да. Но уже тогда был выше меня. Если сейчас мы встанем с ним рядом. Не будем. Лучше вот сидя так хорошо. Григорию всего лишь 15 лет, очень талантливый гармонист, и в этом году решением нашего центра Григорию вручили медаль и звание гармонист России. Заслуженно. Ездит, поет, играет, дает концерты. И еще особенно хочу сказать огромное спасибо и слова благодарности композитору, кировскому композитору Игорю Русских. Русских, да. Потому что сколько вы уже с Игорем Валерьевичем проехали концерты-то, Игорь? С Игорем, с Гриша? Не сосчитать. И вы работаете концерты в основном на двоих, да? Или еще кто-то у вас бывает? Иногда бывает, что... И на... Еще кто-то приходит, да? И залы собираются, слушают с удовольствием. Вятские. И наши, да, и наши зрители тоже хотят послушать. Ну что ж, Григорий Елькин, гармонист России. Я спою песню «Одинокая». Словно замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Веет с поля ночная прохлада, с яблонь свет облетает густой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Может, радость твоя недалека, да не знаешь, ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Словно замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России» на телеканале «Жар-птица». И сегодня у нас в гостях гармонист России Григорий Елькин. Гриша, скажи, пожалуйста, я вопрос сразу задам. Вот на гармонии сколько лет уже играешь? 7 лет. 7 лет. Да. И сейчас ты в каком классе? Уже в 9 поступил. О-о-о. А дальше? Дальше 10-й, 11-й, нет? Дальше я уже буду поступать в училище культуры. Училище культуры? У себя в Кирове? Или да, где-то в другом да, городе? Да. Ну, в как пойдет. А, ну как пойдет? Ну, по музыке? По музыке, конечно.
по музыке. И в музыкальную школу ведь ты ходишь, да? Уже закончил 4 года. А, уже закончил музыкалку. По баяну? По баяну. А гармонь черношла как дополнительно, наверное, да? Или не было у вас такого? Нет, с гармошки я только начинал. А, с гармошки только начинал. То есть с баяна на гармонь перекладывал? Нет, с гармошки на баян. С гармошки на баян. Это наоборот. Научился человек играть на гармошке, потом взял баян в училище. В училище его учили на баяне, он приходил, все это играл на гармошке и перекладывал на баян. Я такого впервые встречаю, честно говоря. Обычно с баяна на гармонь. Баяна на гармонь. Ну что ж, хорошо. И вот мы уже сегодня говорили, вместе ездят они с композитором Игорем Русских по области, дают концерты. А ведь Игорь Валерьевич, он в казачестве, в российском состоянии. Да, 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 да. И казачьи песни. Поете, кстати, казачьи песни на концертах с ваших? Обожаю петь. Так мы сегодня, наверное, и услышим. А у тебя нет в роду казаков, случайно? Есть одна где-то. То есть где-то у тебя есть казаки? Да. Тогда казачья песня. На Дону. Как за Доном, за рекой, за широким дубом расставалась казачка с парнем черночубым. Ой да, ой да, да, ой да, да, ой да, ой да, да, ой да. Расставалась казачка с парнем черночубым. Расставалась при дороге в поле у Ростова, обнимала на ветру парня удалого. Ой да, ой да, да, ой да, да, ой да, ой да, да, ой да. Обнимала на ветру парня удалого. Утешал казак казачку, на коня взлетая. Ты не плачь по мне, милка дорогая. Ой да, ой да, да, ой да, да, ой да, ой да, да, ой да. Ты не плачь по мне, милка дорогая. Он сказал и полетел по степной дороге. До свидания, милый дом, синий дон широкий. Ой да, ой да, да, ой да, да, ой да, ой да, да, ой да. До свидания, милый дом, синий дон широкий. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России». Сергей Ижукин, народный гармонист России, ведущий телепередачи. И Александр Ганичев. Гармонист России Григорий Елькин, город Слободской, Кировская область. На фестивале мы в Крыму, русская гармонь в Крыму, 22-й год. Гриша, нравится на фестивале? Очень. Все душевно. А что нравится? Вот что тебе понравилось больше всего? Атмосфера, как люди нравятся. Очень. Вот люди ходят, люди общаются, встречаются, играют, концерты. И, пользуясь случаем, дорогие наши телезрители, зрители, приезжайте к нам на фестиваль уже, наверное, на следующий год. Да. Потому что мы в июне месяце всегда проводим такой фестиваль. Дружеская такая атмосфера. Очень душевно. А самое главное, что собираются здесь такие добрые люди, друг с другом общаются. У нас же девиз какой? Солнце, море и гармонь. Да, и гармонь. И вот на одном из концертов, мы когда были в Кирове с гастролями, и Григорий, я говорю, что будешь петь? Он говорит, у меня есть авторская песня. Он спел песню авторского Слободском, то есть он уже вот несколько... Ты давно вот авторские пишешь. Песни начал писать? Ну, как, наверное, с 12 лет, может быть. То есть, ну, года три точно. Ну, и приехал, Гриша приехал к нам на фестиваль в Алушту и написал песню. И он приехал с новой песней, с авторской, стихи и музыка твои. Как песня называется? «Моим друзьям». «Моим друзьям» Григорий Елькин. Моим друзьям.
Целый год я ждал поездку к морю, где нет от зимней грусти и следа, где есть друзья, и честно я не скрою, ждал встречи, чтобы вновь попасть сюда. Возьму тепло в свои ладони и всем друзьям своим раздам под звуки новенькой гармонии. Я расскажу, как встречи ждал. Возьму тепло в свои ладони и всем друзьям своим раздам под звуки новенькой гармонии. Я расскажу, как встречи ждал. Найти было друзей бывает очень сложно, но здесь, в Крыму, такой проблемы нет. Куда ни глянь, повсюду друг с подружкой, и все улыбки шлют вместо привет. Возьму тепло в свои ладони и всем друзьям своим раздам под звуки новенькой гармонии. Я расскажу, как встречи ждал. Возьму тепло в свои ладони и всем друзьям своим раздам под звуки новенькой гармонии. Я расскажу, как встречи ждал. Кто был на море, тот сюда вернется, об этом целый год будет мечтать. Цени друзей, любить искусство и русскую гармошку вспоминать. Возьму тепло в свои ладони и всем друзьям своим раздам под звуки новенькой гармонии. Я расскажу, как встречи ждал. Возьму тепло в свои ладони и всем друзьям своим раздам под звуки новенькой гармонии. Я расскажу, как встречи ждал. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России» на телеканале «Жар птица». В гостях у нашей телепередачи прекрасная девушка. Зовут ее Варвара Мартынова из Саратовской области. Здравствуй, Варенька. Здравствуй. Здравствуй. Мы уже снимали передачу с Варварой. И также, по-моему, в прошлом году на фестивале «Русская гармонь в Крыму». Да, Варь, так ведь? И так получилось, что мы случайно обнаружили, идет девочка с гармошкой по пансионату. Умеешь играть? Ну, немножко умею. Уже был вечер, и вечером под пальмами Варя взяла и нам выдала целый концерт. Целый концерт. И в этом году вместе с мамой они снова приехали к нам на фестиваль «Русская гармонь в Крыму». Варя, Саратовская область, напомни, где ты живешь там в Саратовской области? Как? 100 километров от Саратова, базарный Карбулат. Базарный Карбулат. Не выговоришь. Ну, почему базарный Карбулат? Нормально я выговариваю. Какой класс? Закончила 8. 8 закончила. То есть ты сейчас вот перешла в 9 класс, да? И на следующий год есть какие-то планы, куда? 10-11, нет? Нет, я уже после 9-го. Хочу поступить в колледж Гнесин. Чуть-то не все после 9-го. А в колледж Гнесиных, в Москву? А разве набирается? Конечно, конечно. После 9 класса в Гнесинке есть колледж. Это очень смелая мечта, Варя, да, очень смелая. Мы желаем тебе удачи, чтобы у тебя все получилось. И у тебя все получится. Что ты нам споешь сегодня? «Страдания» из репертуара Марии Мордасовой. Варвара Мартынова. Ох, хочу бросить, хочу забыть. Ох, как увижу, сердце болит. Ох, ах, ай-яй-яй-яй-яй-яй.
замечательно. О, а, ай-яй-яй-яй-яй-я. А что умею завлекать, это дело личное. Не сказать, что я красива, просто симпатичная. О, а, ай-яй-яй-яй-яй-я. Эх, я покрою белый платок, милый скажет, растет цветок. Ох, а, ай-яй-яй-яй-я. До свидания, друг мой, Паша, не твоя я завлекаша. Ох, а, ай-яй-яй-яй-я. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России» на канале «Жар птицы». И сегодня у нас в гостях Варя Мартынова. Варя поменяла гармошечку. Вот она уже настоящая гармонистка, потому что в коллекции каждого стоящего гармониста есть много гармошек. Вот она приехала на фестиваль, привезла две гармошки. Гармошки в разных тональностях, поэтому гармонистам приходится менять. И песни все написаны разными композиторами, да. И звучат они по-разному. И чтобы для вас, для зрителей, для телезрителей песни звучали красиво, приходится нам с собой возить по много-много гармошек. Поэтому настоящая Варенька, ты гармонистка. Варенька ведь выросла. Как выросла за этот год. В том году была какая-то маленькая еще девочка. А сейчас уже девушка, настоящая девушка. Варенька, у тебя есть песни про любовь? Да. А споешь нам? Да. А как называется? «Цвела рябина». «Цвела рябина» Варвара Мартынова. Растет она, надеется, что снова по весне в такой наряд оденется, что будет сниться мне. Ах, была, не была, и пускай я цвела, все равно, все равно. Мне нравится. Люблю ее сердечную в серебряном снегу, грустинку человечную на Волжском берегу. Ах, была, не была, и пускай я цвела, все равно, все равно. Мне нравится.
Варенька Мартынова, Варвара Мартынова. Голос как ручеек. Варя, у тебя как ручеек льется. Спасибо. И она такая же, как ручеек, красивая. И посмотри, красавица. Какая девочка. Мы вот сидим рядом и любуемся тобой, твоим исполнением, твоей игрой, твоим голосом. И я думаю, что наши зрители телеканала «Жар птица» получают огромное удовольствие. В одной из передач, Варь, ты нам пела «Разнесуха». Есть, как она называется правильно? «Воронежская разнесуха». «Воронежская разнесуха». Ты нам исполняла. Это не девятого поет? Да, ее исполняет Марина Девятова. Ее многие поют. Многие, да. Да, 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 многие поют. Это вот такая народная песня. Но она очень красивая, она очень жизнерадостная, она такая боевая. Исполни «Разнесуху» воронежскую для наших телезрителей. Варвара Мартынова. Русская народная телепередача «Гармонисты России» на канале «Жар птица». Сергей Ижукин, народный гармонист России. Александр Ганичев. И сегодня мы собрали вместе двух молодых гармонистов. Гармонист и гармонистка. Варенька Мартынова, Григорий Елькин. Они познакомились здесь на фестивале. Здесь у нас на фестивале. Познакомились и сыгрались. И уже вот не один вечер они сидят и играют самые различные песни. Играют, поют. Молодцы, ребята. Мы так за вас рады, что вас объединила гармония. А ведь, Александр, заметьте, на всех пяти фестивалях
у нас так и происходит. Да, встречаются молодежь, которые не знают друг друга, да. Абсолютно не знают. И вот встречаются на фестивале, и буквально день-два, и берут гармошки, и садятся где-нибудь в переходе, на лавочке, где угодно. Да. И сидят, играют, пока разрешено, до 11 вечера. А после 11 уже тишина, они бы играли всю ночь, им только дай волю. Они будут, они молодежь. Конечно, молодежь. И мы проходили мимо лавочки, они сидели и играли. И я услышал песню, а песня Елены Хрулевой. И песня называется «Реснички». Сыграете нам? Да. «Реснички» Григорий Елькин и Варвара Мартынова. Крашу губки и подведу реснички, и станут мои глазки, как у хитрой лисички. А я пойду пройдуся по твоему до переулку, и рядом с твоей хатой возьму, остановлюся. А я пойду пройдуся по твоему до переулку, и рядом с твоей хатой возьму, остановлюся. Возьму, остановлюся и погляжу сурово. Тебя спрошу, по что ж ты не держишь свое слово? Не держишь свое слово и на меня не ходишь. Ты на другую смотришь и с нею хороводишь. Не держишь свое слово и до меня не ходишь. Ты на другую смотришь и с нею хороводишь. Не уроню слезинки, хоть сердцу будет больно. Она надо мной смеется, соперница довольна. Ходи до ее хаты, води с ней хороводы. Но знай, любить я буду сильнее год от года. Ходи до ее хаты, води с ней хороводы. Но знай, любить я буду сильнее год от года. А я накрашу губки и подведу реснички, и станут мои глазки, как у хитрой лисички. А я пойду пройдуся по твоему до переулку, и рядом с твоей хатой возьму, остановлюся. А я пойду пройдуся по твоему до переулку, и рядом с твоей хатой возьму, остановлюся. Вот и подошла к концу наша русская народная телепередача «Гармонисты России». И в гостях у нашей телепередачи сегодня были прекрасные молодые люди. Гармонист России из Кировской области Григорий Елькин, гармонистка из Саратовской области Варвара Мартынова. До свидания, дорогие друзья. Всего вам доброго. До новых встреч. Продюсерский центр «Русская гармонь».